Друзья, это проект «Бюджетник», и в нем мы расскажем вам, как из такого автохлама сделать достойный, узнаваемый автомобиль. Сейчас автомобиль находится в противоречивом состоянии. Внешне он вызывает только жалость, скорбь, желание кинуть 50 рублей каких-нибудь, чтобы владелец все-таки его сделал. Несмотря на все это, он в данный момент в идеальном техническом состоянии. Денег в этом было ввалено немало, но при этом сейчас можно кататься спокойно очень долгое время, не заботясь в принципе ни о чем. Уехать за 3000 километров и даже не париться, что что-то сломается. Теперь по порядку загибаем пальцы, если их хватит. Что у нас было поменено? Основной радиатор был в состоянии «я песок». Замена. Не работал насос гидроусилителя. Замена. Также сразу же поменяли жидкость гидроусилителя. Потом у нас плохо работало сцепление. Замена. Мне кажется, здесь от антифриза осталась только вода. Он даже цвета не имеет никакого. При замене сцепления было решено скинуть мотор, посмотреть, что внутри. К нашему удивлению, там все оказалось очень хорошо и прекрасно. Предыдущие владельцы действительно делали капитальный ремонт, сделали его качественно, бошку тоже перебирали на качественные детали. Все это разобрали, посмотрели, ну и до кучи поменяли маслосъемные колпачки, чтобы было спокойнее. Почему мы немного поиздевались над автомобилем? Потому что в любом случае он будет приводиться в идеальное внешнее состояние. А вот эти вот детали, ну вот, они полетят под замену. В конце рабочего дня к нам пришел Лукин, ему нужно было открасить диски. И его сотрудница произвела маленькую диверсию, которую мы успешно устранили. После чего у всех проявилась творческая жила, и мы решили немного поиздеваться над машиной. В итоге, как счастливый обладатель старого немецкого автомобиля, что я делаю в воскресенье? Забираю генератор с ремонта. Как так? Погоди! Она просто... Да нет, это просто лампочки вкрученные. Да. Слушай, ну так выглядит, конечно, как, кстати, знаешь, скачок через пространство прямо на тебя. Что такое яркое? Можно убавить-то? Ну-ка. В смысле, она регулируется? Да. Добрый вечер. Вот этого я вырезать не буду. Кто же знал. Кстати, открою, у меня самая крутая штука, это вот этот вот козырек. Она очень веселая, посмотрите на себя. Тихо. Вот. Ты что, наученный, что ли? Да. На жизни наученный. Слушай, нет, ну я не знал это, что выпадет. Но мне нравится вот это вот, где гномик со свечкой тебе там что-то подсвечивает. Это что-то дает вообще? Какой гномик? Ну вот то, что яркость, да, такая сумасшедшая. Слушай, моя ламповость автомобиля дает. Похоже... А, нет, не Ты его почти починил, кстати. Может, ты нам и генератор поможешь накинуть? Да, да, сейчас накину. Коробку надо настраивать, она более-менее настроена. У гольфов, я читал, у них болезнь именно там... Настройка очень тяжелая. Ну, вертолета вот этого. Который... И вот, что здесь нету. А, все, мы посмотрели, нет, наоборот, это булка. Так.
Почти у всех она, ну, ты типа ее ногой пнул, она у пассажира. Она вообще вывалилась, да. Типа просто вставлена. На 80% машин, которые мы смотрели. Муафан такой, слушай, день. Знаешь, что самое смешное? У меня, оказывается, дома такие же. Опа. Гаврил, ты что там говорил по поводу голубой волны? Может, все-таки пойдешь? Мощнейшая прям волна, прям прилив начался. Ну да. А вот все, что касается ремонта, не так уж и дешево, как на первый момент казалось. Иномарка. Нет, реально все стоит как бы копейки, но с учетом масштаба, который мы проделали первоначально. Ну, то, что она устала просто чуть-чуть, да? Она очень сильно устала. Ведь это же классическая тачка в состоянии, типа, купили и ездили. Типа, а у меня ничего не ломалось. Да, ее покупали и ездили, а мы вот прям не ломается. Вот ездит и не ломается. Да. А потом купил второй, и что-то вдруг. Народ, кстати, машину не узнает, но уже там за расписанную задницу владельцы старых помоек прям такие. Да, все, мы классика. Типа того, да, да, да. Ну, интересно. Ждем. Верим. Где видосы из СКА? СКА. Да. Ну, здесь коробки тоже есть, на самом деле, вопросы. Ну, мне нравится, да. Как первая втыкается с хрустом. Мы поменяли сцепление, думали, что в сцеплении. Видимо, коробку будем трясти. Но нет. Ну, знаешь, с другой стороны, я посмотрел, бушная коробка на нем стоит 10 тысяч рублей. Собрать из двух одну. Я сейчас на АКУ за 1,5 забираю. Ну. Это АК. Могу позволить. Это АК. Успех где-то рядом. Я пошел. Вот так всегда. Вот генератор не поменял, ничего не сделал. Идите-ка вы, ребята. Многие жаловались, что нашего проекта нет в Москве, и мы решили это исправить. Вместе с ЛКМщиками 27 мая мы будем на Вагфесте. Мы настолько уверены в техническом состоянии нашего бюджетника, что готовы проехать на нем 1400 километров. Мы накупили кучу маркеров. Каждый из вас 27 мая на Вагфесте может оставить свое пожелание на нашем бюджетнике. Поскольку был проведен полный ремонт автомобиля, теперь я могу себя ощущать за рулем немецкой машины, а не какого-то раздолбанного сарая, который весь гремел, кряхтел, доставлял кучу дискомфорта, кататься на нем было невозможно, машина не держала дорогу, сейчас же все на самом деле прекрасно, меня это очень сильно радует. По ездовым характеристикам машина вообще приобрела другой характер. Она стала более податливая, более рулежная. Единственное, что пока меня смущает, в моем сознании этот автомобиль остается чем-то наподобие карта. И мне охота большего держака, она все равно, если резко поворачиваешь, она кренится и в рулежке немного напряжена. Но это мы попозже исправим правильными дисками и правильной подвеской. По динамике это 1.8. Тут 125 лошадиных сил. По мне он выдает, наверное, лошадей 110 по ощущениям. Вот. Едет нормально. То есть в городе его более чем хватает, на самом деле. Он экономичный. Я посчитал, ест он у меня порядка 8-9 литров бензина. Что, в принципе, очень радует. Машину можно использовать на повседнев. Настоятельно рекомендую. Ну, единственное, что вот в нашем случае это потребовало финансовых вложений. Но когда ты берешь машину за 130 тысяч рублей, ты должен быть готов к вложениям, что бы тебе не говорили. Смотри, как красиво в Питере. Ай, приятно жить в Петербурге. Это мы еще не в центре. Но есть моменты боли, которые мне не дают покоя. Моментами боли у нас являются дворники, потому что по крассировке с оригинального номера выдало не оригинальное реле дворников. Я решил поэкспериментировать, и оно не подошло по фишкам. Поэтому до этих пор дворники у нас в ожидании питерского дождя. Ну, я уже спокоен к этому. Мы решили ураганить по полной, и в ближайших сериях поедет тюнячка. Нас пугали, что у данного автомобиля низкая подвеска, низко находится масляный картер. И то, что вы никуда не проедете, но те, кто хочет выехать на природу, всегда найдут пути. И вот мы на берегу Финского залива. Ося, Ося.
диагональку поймал. Говорили, что оффроуд для внедорожников. Фигня. Вот то должно быть завтра на полотнице. Немножко диагональки вывесили. Слушай, а ходы вообще хорошие по подвеске. Только мне кажется, надо переднюю покрышку одну подкачать. Жир. Можно еще больше задрать. Сдавай на меня вперед по чуть-чуть. Четвертая гольфов встретилась даже здесь и даже из другой страны. Итак, парни, стоил ли ремонт данного автомобиля денег, которые мы в него вложили, и состояние, в котором он в данный момент находится? Для меня лично стоило. Выбор абсолютно за вами. Когда вы приобретаете первый автомобиль, либо бюджетный автомобиль, очень многие советуют японцев, которые не ломаются, купить «Жигули», которые стоят копейки в обслуживании. Но если ты такой же отмороженный, как мы, и любишь немецкие автомобили, пожалуйста, бери. Радуйся, будь готов к финансовым вложениям, но отдача моральная будет гораздо больше, нежели ты тратишь денег. В ближайших сериях мы займемся небольшим тюнингом и, наконец-то, примемся за визуальную часть нашего бюджетника. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, каким вы видите будущее проекта. Мы будем к вам прислушиваться.